Теперь немножко поработаем с азимутами. Например, нам нужно сказать, что от нашей точки стояния, это вот здесь, в таком-то направлении находится нужный нам ориентир. Смотрим вокруг себя, находим какие-либо ориентиры, которые нас интересуют. Например, что-то нас интересует вот в том направлении. И нам нужно дать четкое указание, куда нужно кому-то смотреть, исходя из какой точки. Например, возьмем в качестве ориентира вот эту дорогу. Что мы делаем? Мы берем компас. На нем есть стрелка, носик вот этот. Наводим его на дорогу. Прицеливаемся как будто бы. На компасах есть прицелы более такие явные. Здесь он более, он такой менее явный, но я им уже научился прицеливаться. Все, я прицелился. Отлично. Теперь я выкручиваю шкалу, пока у меня метка N не совпадет с показанием стрелки. Совпало. И смотрю, какая цифра смотрит на деление. У меня в данном случае 160. То есть азимут или направление на ориентир, это тот участок дороги, который я показывал при приближении, равен 160. То есть я говорю, вот с моей точки стояния, называя квадрат улитку ориентир, в направлении 160 градусов, азимут 160 градусов, находится дорога, и там находится, допустим, какой-то объект, который меня интересует. Другой человек, который где-то там сидит с такой же картой, что он делает? Он берет транспортир, либо компас, что у него есть под рукой, прикладывает к карте и так же самоопределяет. Возьмем компас, например. Сориентируем карту по северу для начала. Сориентировали. Ложим компас центральной частью на точку. Положили. И носик просто прокручиваем на 160 градусов. Пока он, вот он, не совпадет с направлением. А стрелка севера не будет смотреть на букву N. Есть. Что получается? Мы здесь сейчас поставим точку. Направление взгляда. И прочертим линию. Отлично. И мы понимаем, что где-то там стоит человек по этим координатам. И он смотрит по азимуту 160. Его взгляд упирается в дорогу. Вот эта дорога. И он там чего-то там наблюдает и нам об этом докладывает. Так принимается доклад. Если кто-то что-то увидел, он называет свои координаты, называет направление своего взгляда в градусах. Говорит, азимут такой-то. Наблюдая, допустим, автомобиль или наблюдая пешехода. Или наблюдая какой-то иной объект, который интересует кого-то. Передает эти данные другому человеку. Тот берет точно такую же карту. Ставит компас. Ориентирует его по северу. Выкручивает шкалу. И смотрит, куда указывает носик. В данном случае на 160. Все, данные совпали.
и оба человека понимают, что они смотрят в одном и том же направлении. Тот наблюдает визуально, передает данные, другой человек, условно говоря, где-то в штабе сидит, понимает, где человек находится и в какую сторону он смотрит, и что он наблюдает, но уже исходя из того, что показывает ему карта.